Всем привет! Впереди 4 дня выходных, именно поэтому мы вышли в такую пасмурную погоду на улице, чтобы узнать, почему, в принципе, мы отдыхаем. Какой праздник мы отмечаем 4 ноября? А я забыла. А ты помнишь? Хэллоуин. Какой праздник 4 ноября мы отмечаем? Надо же, сразу и забыла. Да все так говорят, представляете? День народного единства. Вы единственные, кто ответили правильно. Представляете, как да, вы думаете, что это значит для нашей страны? Для нашей страны это значит очень хорошо. Наверное, людей сподвигнет на то, чтобы забыть личные обиды какие-то друг другу и думать о принципиальном, о безопасности страны, о дружбе. Единство, народ и день. Вот из этих трех слов нужно составить одно название праздника. Единство народов, единство России. Ну, где здесь слово день? День единства. День, народ, единство. День народного единства. Молодец. Весь народ единый, и мы все вместе и должны друг друга поддерживать. Ну, вообще, нужно заглянуть в историю, почему этот праздник был создан. Угу. Почему? Вот что оно знаменует? Вообще, это освобождение от завоевателей Москвы. Как раз помните о смуте, о времени смуты. Угу. И... этот праздник олицетворяет как раз-таки единение российского народа при борьбе с вражескими силами. Слушайте, ну вас даже не затроллишь, честное слово.